о том, как в мире восприняли трагедию в Анкаре, наш обозреватель. В далеких государствах даже и не стеснялись. В Анкаре и Москве еще не успели отойти от шока, а американцам уже рассказывали по телевизору. Русские сами виноваты в гибели своего посла. Конечно, мы видим, что происходит на востоке Алеппо. Эта часть города находится в осаде, город бомбят. Дети, мирные жители умирают. Подключились и в Киеве. Сначала депутат Верховной Рады назвал убийцу российского посла героем, потом уже и глава МИДа, вместо того, чтобы выразить соболезнования, стал обвинять Россию за действия на Сирийском фронте.